Привет, друзья! Все новости в одной газете. Мы меняем формат для вас. Становимся лучше вместе. Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Протестное движение в Беларуси не утихает. Эксперты сходятся во мнении, что у Лукашенко остается все меньше шансов на положительный исход. В Беларуси продолжают проходить массовые акции против политики Александра Лукашенко. Многим кажется, что у людей в стране опускаются руки. Однако шествия остаются массовыми. Это мешает силовикам быстро и максимально жестоко зачистить улицы Беларуси. Кроме того, в деле остаются наиболее активные и идейные люди, готовые идти до конца. Политолог Петр Кузнецов выразил мнение, что у государственной машины, построенной Александром Лукашенко, ослабевают позиции. Эксперт привел в пример локальные протесты, когда люди борются против силовиков на уровне двора. Кроме того, батька потерпел крах на международной арене. Принципиальная позиция Польши и Литвы в белорусском вопросе связывают руки последнему диктатору Европы, даже несмотря на жесткую риторику Лукашенко о внешних врагах. Кузнецов напомнил, что в реальности Лукашенко потерял поддержку рабочего класса и вообще любого слоя населения. Телевизионная картинка с несколькими тысячами согнанных бюджетников на выступлении президента не выглядит убедительно. Политолог убежден, что и народу, и самому Лукашенко хотелось бы скорейшей развязки конфликта. Но быстрого финала не предвидится. При этом время работает не на батьку, считает Кузнецов. Грядет зима, сопровождающаяся экономическими проблемами у белорусов. Это значит, что на улицу выйдут те, кто ранее предпочитал воздержаться, резюмировал эксперт. Стоит отметить, что российский политический класс успел вынести свой вердикт относительно дальнейших политических перспектив президента Беларуси Александра Лукашенко, уверены специалисты. Несмотря на то, что формально Москва относится к политику нейтрально или даже положительно, больших надежд на него она не возлагает. Мнение у политиков сформировалось однозначное. Александр Лукашенко в политическом плане не жилец и в будущем обречен на катастрофу, считают специалисты. Более того, многие выступают против финансовой поддержки действующего белорусского лидера, поскольку не верят, что он продержится у власти хоть сколько-нибудь долго. Даже те деньги, что были обещаны Александру Лукашенко в Сочи, 1,5 миллиарда долларов, он на руки не получит. Эти деньги уйдут на погашение ранее взятых долговых обязательств и оплату уже произведенных в страну поставок энергоносителей. Подобная схема рефинансирования заставила некоторых экспертов задуматься, не банкрот ли Александр Лукашенко. Сам он утверждает, что у белорусских властей есть достаточно ресурсов для того, чтобы заплатить России по счетам. Однако, насколько эти слова соответствуют реальности, остается только гадать. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте написать свое мнение в комментариях. Теперь газета всегда с вами. До встречи!